Всем привет! Вы находитесь на канале Alex Home Invest. Это канал о недвижимости в Испании. Меня зовут Эльвина, и мы с вами находимся в районе Мучависта. Это район недалеко от Аликанте, Сан-Хуана, Кампейо. И сзади меня море. Также есть прямо рядом трамвайная остановка, где можно спокойно добраться за 15 минут до Аликанте, за 30 до Бенедорма. Поэтому очень удобная транспортная сеть. А мы зашли с вами сейчас в урбанизацию, где мы будем смотреть нашу недвижимость. Что хочется сказать о данном объекте? Во-первых, что в данной урбанизации, например, живут очень обеспеченные испанцы, поэтому с соседями проблем у вас быть не должно. Что еще хочется сказать? Объект, который мы с вами посмотрим сегодня, он очень подходит для инвестиций, как именно инвестиционный проект, так как можно оформить туристическую лицензию и сдавать, например, квартиру как посуточно, так и еженедельно, либо по месячным, например, да, каким-то сдачам. Поэтому очень удобно и, в принципе, можно на этом заработать также. Ну, давайте вам, пока мы идем вот все это время по нашей урбанизации, да, где находится наша квартира, расскажу вам немножко вообще про урбанизацию. Район очень хороший. Во-первых, у нас тут несколько входов, да, в урбанизацию. Вход прямо от моря, который идет тут, и дальше есть. Что еще плюсов? Плюсов на самом деле множество. Во-первых, у нас одно из преимуществ — очень большая спортивная зона, как открытая, например, у нас есть корты для тенниса, да, для баскетбола, футбола, так у нас есть и закрытая зона, поэтому тоже есть, посмотрите дальше, можно играть в сквош, есть спортивный также зал и бассейны, два бассейна, открытый и закрытый, с вами дальше посмотрим их. И вот наш подъезд, в принципе, их тут несколько, вот наш дом и подъезд. Зашли мы с вами в подъезд, хочется отметить, очень интересно оформлен, да, необычно, поэтому такие подъезды я пока еще не видела в испанских домах, необычно. Ну и прежде чем поднимемся в квартиру, хочу вам сказать про метраж. Квартира имеет 100 квадратных метров, там 3 спальные, 2 ванные комнаты, гостиная с террасой, также кухня и включено гаражное место с кладовкой. Давайте уже поднимемся в саму квартиру. Дом у нас 18-этажный, мы с вами поднялись на 9-м, именно тут находится наш объект, вот мы сюда заходим, ну что хочется сказать, сразу вижу, много света заходит, и вот есть коридоры, разделение на несколько у нас зон. Давайте начнем, наверное, с этой зоны, это у нас комнатка, комната первая спальня, да? В доме вообще 3 спальни. Первая спальня у нас, плюс ее в том, что есть своя ванная комната. И, что примечательно, в ванной комнате есть именно ванная, не душевая. Ну и давайте пройдем в комнату. Комната у нас небольшая, в принципе, тут может поместиться кровать, да, можно еще поставить какие-то тумбочки, шкаф, телевизор. И есть вот такие во всех комнатах встроенные шкафы. Как видите, открываются они такой вот как дверкой. Очень удобно, красиво. Ну и, конечно же, плюс — это вид из окна. Как можете видеть, просыпаетесь прям уже с видом на море. Вид шикарнейший просто. Сами можете это увидеть. Ну, в этом доме есть изюминка, мы ее оставим напоследок, поэтому досмотрите нас до конца. Ну, а пока с вами посмотрим остальную часть дома. Вот сразу же перед нами открывается кухня. Давайте пройдем, посмотрим ее. Как видите, есть кухонная мебель. Кухонная, в принципе, мебель в приличном состоянии. Если захотите заехать и жить, вполне возможно. Что мне нравится, это что оставлено место для посудомоечной машины, для стиралки, для СВЧ-печи. Все идет такое
как встроенная, да, поэтому это удобство. И есть даже вытяжка. Ну и еще у нас из кухни есть небольшой такая, как балкончик, галерея, да, в Испании это испанцы называют, где они хранят обычно стиральные машины, сушилки. Ну давайте с вами уже пойдем дальше, будем исследовать нашу квартиру. Что хочется отметить, на самом деле, как вы можете видеть, в принципе, мебели в квартире нет, поэтому вам придется, конечно, мебель свою завозить, но ремонт очень хороший. Единственное, что вижу, что можно сделать, это покрасить стены. Это минимальное вложение, поэтому это большой плюс. Давайте с вами пройдем во вторую комнату сейчас. Комнатка небольшая, но очень уютная. Есть встроенный шкаф, как и в других комнатах, что большой плюс. И, конечно же, опять-таки, вид из этой квартиры, он просто шикарный, и он открывается абсолютно из всех комнат, поэтому в какой бы комнате вы ни жили, вы всегда будете видеть море, когда просыпаетесь. Ну и здесь у нас с вами вторая ванная комната, она как раз находится между двумя спальнями, что очень удобно. А комната ванная небольшая, как видите, все основное есть, туалет, раковина, ванная, опять-таки с застекленным, что удобно, чтобы вода не брызгалась. И давайте с вами пройдем в третью, последнюю комнату. Что хочется отметить здесь, что в каждой комнате у нас проведен кондиционированный воздух. То есть вот есть, например, система «Умный дом», можно поставить температуру, которую вы желаете, да? Например, холод, если вы хотите охладить квартиру, либо чтобы вам поступал теплый воздух, если вдруг стало прохладно, да, поэтому очень удобно. Вот он воздух, оттуда поступает, и та комната нагревается, либо охлаждается. Как я уже говорила, встроенный шкаф у нас есть, и опять-таки вид на море. Ну и мы с вами идем посмотреть наш зал, который мы с вами пока еще не посмотрели. Напомню вам, что вот мы отсюда зашли, это вход, да, тут у нас находится кухня и остальные две комнаты с ванной и наша первая комната. Ну, давайте посмотрим наконец-таки нашу гостиную, наш зал. Что хочешь сказать? Просторный, много очень света заходит, уютный. Также хочется отметить, что у нас везде паркет. Именно паркет, что является большим преимуществом, качество паркета хорошее, и окна везде, во всей квартире, окна очень хорошие, они как открываются, так и открываются наверх, если хотите проветрить, да, немного, и у нас тут двойное стекло, что тоже является плюсом. Но самое главное, я вам говорила про изюминку, теперь мы ее наконец-таки посмотрим. Изюминка этой квартиры — это ее терраса. Давайте на нее пройдем. Посмотрите просто, какая шикарнейшая терраса. Большая, просторная, и виды. Это просто что-то с чем-то, потому что с каждой комнаты, с каждого окна, которое есть в квартире, открывается вид на море. Вот у нас там дальше можете видеть Бенедорм, по ту сторону у нас Аликанте, просто море, цвет моря, да, одно простое наслаждение. И что удобно, опять-таки можете здесь поставить, например, какой-нибудь диванчик, можете поставить столик, утром пить кофе, вечером ужинать. Если вам нравится море и этот вид, на самом деле вы просто здесь влюбитесь в эту квартиру, и даже нам отсюда не хочется уходить, но, к сожалению, нужно. Мы бы тут еще остались. Ну, что делать? Давайте уже пойдем вниз и расскажу вам про цену и покажу вам подъезд и остальное. Мы с вами спустились вниз, здесь у нас такая спортивная зона находится, вот у нас тут дверь входа на площадку, чтобы поиграть в сквош, да, в теннис со стеной, единственное, что из-за темы пандемии, да, у нас пока все закрыто, поэтому мы с вами не можем зайти
Вы можете посмотреть по фотографиям. Единственное, что скажу, тут у нас тоже спортивная зона с маленьким настольным теннисом. Дальше у нас там спортивный зал, что очень удобно, не нужно никуда ехать. Спустился на лифте, ты уже можешь позаниматься спортом. И также есть еще дальше у нас площадка для сквоша. И давайте пройдем уже дальше, покажу вам еще места, которые можно посмотреть. Ну что, мы с вами спустились в гараж, а у нас тут два этажа для гаража, да, вот мы сейчас находимся на втором, а это наше гаражное место, как можете видеть, да, и также к гаражному месту прилагается небольшая кладовочка. Плюс этого урбанизации в том, что помимо бассейна, который находится снаружи у нас на улице, тут также есть бассейн зимний. То есть он с подогревом, и когда закрывается у нас уличный бассейн, а запускается этот, поэтому вы, в принципе, в любое время года сможете поплавать, сходить в спортзал, очень удобно. Давайте пройдем дальше. Ну вот у нас тут с вами бассейн под открытым небом, но, к сожалению, пока он закрыт из-за темы, да, пандемии, как вам уже упоминала, собирается открыть 21 июня, поэтому, когда вы приедете, он будет 100% открыт, бассейн большой, просторный, есть зона для отдыха и тоже есть шезлонги. Ну вот такой объект мы сегодня с вами посмотрели, как вы видели, виды шикарнейшие, объект тоже очень красивый и находится прямо у моря, поэтому сейчас самое интересное о цене, цена данной недвижимости 335 тысяч евро, поэтому что хочется также напомнить, если захотите снизить цену, да, вы всегда можете предложить контраоферту, то есть предложить свою цену, и дальше уже будет рассматривать хозяин, либо согласиться на вашу предложенную, либо может снизить в какой-то степени свою цену. Поэтому обязательно нам пишите, если вам понравилась эта квартира, задавайте нам вопросы, мы вам все подскажем, расскажем. И не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал, и до скорых встреч!